Но у большинства студентов сессия позади, что помогло сдать экзамены. Бессонные ночи в обнимку с учебниками, шпаргалки или что-то еще. Об этом далее. Сдал? Сдал. Сколько? Ну, 5. Давай конспект. Горю. Нету, ребятам отдал, он читает. Сейчас Шурика бы спас всемогущий Google. Охотиться за конспектами студентам 21 века необходимости нет. В остальном все так же. Готовятся, пишут шпаргалки и ровно в 12 ночи ловят халяву в зачетке из форточки. А халява? Халява один! Халява один! Халявы не будет! Курсница Арина Филиппова сдает только первую сессию, но уже успела разработать свою систему, как брать билет. А холодно, горячо. Если холодно, то билет особенно не берите. Поэтому совет даю будущим студентам. Если горячо, то значит это именно ваш билет, именно ваши вопросы, и вы ответите на них с отличием. Берите билет. Профессор, можно еще? Не стричься перед экзаменом, вставать утром с левой ноги или даже подержаться за студента, который уже сдал на 5. Пока мы готовили материал, собрали десятки способов стать отличником. Было время, когда я сдавала экзамен, клала к себе в ботинок 5 рублей. Не знаю, помогал или нет, но как-то у меня повелось так, что я сдавала все на отлично. Но, насколько я знаю, некоторые не моют голову перед экзаменом, боятся смыть свои знания. Трудно поверить, но и строгие преподаватели тоже когда-то были студентами. Прилежными и не очень. Я обычно заходил на экзамен самым первым, потому что всегда был уверен, я готовился очень серьезно всегда. До третьего курса я четверки не получал. Получил единственную четверку на четвертом курсе. В старину люди говорили, бабушки своим внукам, ой, чтобы хорошо узнать, познать, запомнить, надо книгу под подушку положить. Мы клали трудные конспекты, ключевые книги под подушку. Иногда они нам снились даже во сне. Верить или нет, каждый решает сам. Мы не будем читать нравоучений на тему «Знание – сила». Просто пожелаем тем, кому еще предстоит сдать экзамен или зачет, ни пуха, ни пера. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов. Республика.